Привет, друзья! В связи с тем, что нас ждет очень необычная и, возможно, очень тяжелая зима, решил сделать несколько роликов на тему выживания, школы выживания, либо, как сейчас модно говорить, лайфхак. Итак, друзья, свечи – это хорошо, но это девайс 15 века, что-то не особо им хочется пользоваться, ну, пусть будут для разнообразия. Лучше купим девайс 21 века. Так, что у нас? Ну, не думайте, что это рация. Это не рация. Это вот такой вот LED-фонарик, 1 Вт, подключается к порту USB. Вот, как видите. Взял две штучки. Одну себе, одну другу. Попробуем, если понравится, еще возьмем. Ну, пока уже двое суток гоняю, работают без проблем. Не греются. Они такие вот гнучки. Гнуться. Вот. Свечи пусть будут, пауэрбанки. И что еще? Ну, что мы можем еще этой зимой делать? Будем учить разные мовы. Вот как у меня немецко-украинский, украинско-немецкий словарь. Также английско-украинский и украинско-английский словарь. Ну, будем сидеть при этих лампах. Учить языки, пока есть повод и возможность. Сейчас выключу свет, посмотрим, как оно без света покажет нам. Ну что ж, 1 ватта вполне хватает для чтения. А что нам еще надо? Пережить зиму, победить врагов и жить дальше. Как мы живем, как мы раньше жили в Одессе, припеваючи. Купаясь в нашем море-то черном. И так далее. Итак, друзья, вот такие вот девайсы. По стоимости где-то в районе $5 за штуку. Если захотите узнать, где покупал, пишите в комментариях, спрашивайте, я вам отвечу. И порекомендую даже фирму, где их покупал. Приятная на ощупь штука. С охлаждением. Самое очень, что очень важно, расход очень маленький, 1 ватт, и к тому же очень ярко светит. Вот так вот. Ну все, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. А я вам в следующем ролике расскажу, что я еще прикупил для того, чтобы пережить тяжелую теоретически и очень непонятную зиму.